Привет всем, друзья! Вы на канале Обрик, и сегодня мы откроем еще одну мою посылочку. Здесь лежат зомби. И, наверное, построим с ней какую-нибудь небольшую самоделочку. Ну что ж, вскрываем пакетик. Здесь у нас лежат 6 зомби. Различные зомби. Покупал я их на сайте AliExpress. Кому интересно, ссылку могу оставить в описании. Точно не помню, сколько они стоили. По-моему, рублей 400 или 300 с чем-то. Ну что ж, давайте их открывать и собирать. Итак, друзья, собрал я всех 6 зомби, и вот так они у нас выглядят. Все зомби разные, у каждого в руках по 2 вещи. Это обычная газетка, ну еще какой-нибудь пистолет, либо гаечный ключ, ну либо какой-нибудь другой инструмент. Я, правда, не знаю, зачем вот этому человеку пила, ну ладно, пусть он будет с ней. Качество у мини-фигурок, скажу так, не очень. Мне оно не очень понравилось, потому что пластик дешевый и принты как-то нанесены очень поверхностно и не очень красиво. Давайте возьмем одного зомби и посмотрим на него поближе, как на нем нанесен принт. Как видите, принт нанесен спереди вроде более-менее ничего, хотя тоже есть какие-то порезы, ну а сзади нанесен он очень даже плохо, потому что вот здесь видны потеки краски. Если с этим набором не играть, а строить самоделки, как я это делаю, либо же просто куда-нибудь поставить, то они очень даже подойдут. Поэтому мы их оставляем и сделаем с ними самоделку. Ну а теперь, как я и обещал, мы с этими мини-фигурками с вами соберем самоделку. Но перед тем, как мы начнем ее собирать, я хотел бы вам порекомендовать канал Легомастера. Я сам на него подписан. На канале очень крутые мультики, наверное, самые лучшие в русскоязычном ютубе. Также на канале есть обзоры и ваши любимые самоделки. Кстати, сейчас канал переориентируется как раз таки на них. И вы сможете увидеть очень крутые самоделки в исполнении Легомастера. Ссылку на его канал я оставляю в описании, поэтому советую вам перейти и подписаться. Мини-фигурки зомби вы уже видели, и теперь давайте посмотрим на всех наших выживших, которые будут участвовать в этой самоделке. Первая мини-фигурка выжившего — это скелет. Ну, он не совсем выживший, он как бы мертвый. И будет он валяться у нас где-нибудь, как типа декорации. Третий выживший — это у нас человек с автоматом. Он уже более такой приспособленный, у него есть плащ и капюшон. Дальше идет выживший с топором. Он в оранжевом костюме, наверное, какой-то механик. И последний выживший — это какой-то доктор. Но у него в руках ничего нет, и поэтому у него вот такое испуганное лицо. Итак, для начала давайте разделим нашу пластину примерно вот так. Сделаем здесь перегородочку в виде скал. Ну, а вот тут уже будем строить. Что по плану? По плану я хочу построить вот здесь какой-нибудь магазинчик, здесь дорогу, и по дороге будут бежать зомби. Ну, а наши выжившие будут пытаться добраться до магазина и спрятаться там. Ну что ж, у нас все готово, поэтому давайте строить основной рельеф. Будет он выполнен у нас в бежевых цветах, ну и где-нибудь здесь мы поставим с вами темно-серую дорогу. Давайте начинать. Итак, друзья, вот так у нас выглядит с вами основной рельеф, и в левой части мы сейчас с вами будем строить магазин, который мы и планировали построить. Также я поставил вот такой пенек, чтобы потом с ним не мучиться. Ну и, кстати, в этой самоделке мы с вами будем использовать наши кустики коричневого цвета, которые я заказывал с Альты AliExpress. В прошлом видео я вам их показывал. Но если хотите, могу ссылку на них оставить и под этим видео. Ну что ж, давайте приступать строить магазин. Thank you.
Ну что ж, друзья, доделал я магазин, который наши выжившие уже обустроили под базу. Давайте на него посмотрим со всех сторон. Вот так он выглядит. Окна у него заколочены досками. Здесь есть вход. Ну и, собственно, все. Давайте теперь будем делать растительность. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Все полезные ссылки, как обычно, будут в описании. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.